Добрый день, мы находимся в Еленовке Волноварского района Донецкой Народной Республики на территории СИЗО-120, разбомбленного совсем недавно, в ночь с 28 на 29 июля, ракетами со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня у нас особо представительная команда объективных международных экспертов из ряда, прежде всего, европейских стран, также представители Никарагуа, КНДР, почти что всех континентов, сегодня в Еленовке. Я всех бы хотел еще раз приветствовать. Мы за время конфликта неоднократно убеждались в том, что для вооруженных формирований Украины уже давно не существует понятия международное гуманитарное право. Но 28 июля они решили уничтожить в том числе и своих же военнослужащих, которые попали к нам в плен. Мы прекрасно понимаем, для чего они это сделали и почему они пошли на этот шаг. Потому что эти пленные начали давать показания. И эти показания крайне неудобны и неприятны для украинской власти. Потому что в этих показаниях они изобличают все преступные приказы, которые они получали здесь на линии фронта. Они открыто рассказывают о тех зверствах, которые они осуществляли. Поэтому, видимо, чтобы скрыть свои деяния, украинская власть отдала такой приказ. Было выявлено, что один снаряд прилетел в данное место, где содержались ориентировочно 200 человек из числа спецконтингента. В данное здание? В данное здание. Где мы находимся? Мы все видим разрушение, тяжелое разрушение. Вот здесь, очевидно, люди погибли. 47 человек погибли на месте. Из тех 74, которые были ранены, получили травмы. И ранения разной степени тяжести. Скончались еще 4 человека. Итого на сегодня погибли 51 человек. Я, коллеги, хотела бы добавить еще один интересный момент о том, что украинские власти сами попросили содержать пленных своих именно в этом СИЗО. Это добавляет красок к тому, что именно в это здание затем украинская власть и стреляла. Могут ли это азовцы или это обычные солдаты? В том числе азовцы. Почему еще раз? Отвечаю очевидным образом, что чудовищным, по-другому не скажешь, циничным образом украинская власть попросила их содержать именно в 120-м СИЗО в Еленовке, понимая координаты и понимая, что затем они нанесут удар, уничтожат именно здесь этих людей, которые не смогут таким образом давать показания против преступлений киевского режима. Значит, характерное отличие применяемого боеприпаса, вот этого, который называется ХИМАРС. Ракетные системы залпового огня ХИМАРС. Это вот боевые элементы, которые при взрыве по вот этим вот насечкам разлетаются и тем самым поражают живую силу. Пятое направление — это населенный пункт Покровск, откуда велся огонь по данному объекту. Он вынес вот такие ворота, вы понимаете, что за сила взрыва? Вот они, ворота, происходит большое термическое воздействие, и вот эти вот кровати, и, соответственно, заключенные, которые находились здесь, выгорели практически до кости. Это вещественное доказательство, которое дают первые следственные комитеты прокуратуры Российской Федерации для возбуждения уголовных дел и подготовки документов к